Крстич. Швед получает мяч, против него Тунчери. Леше нужно согреться, Тунчери не может шведа держать. Кириленко из-за трехочковый, не точно. Хряпа выше всех выпрыгнул. Отскок был средний, он через голову, через руки Савановича забрал подход. Очень удачно обыграл Милош Теодосич своего опекуна сейчас. Посмотрите, он Буячич обыграл. И забил из-под кольца. И ответная атака. Саванович. Держать его здесь надо. У него отличный трехочковый бросок.